Ну? Здесь он еще не бывал. Давай, давай, зачитывай стих. Про меня. Пожалуйста, пожалуйста, про меня. Слух. Я буду у тебя сюда карать, ты лучше спускаться с горы. Так. Аба, камера наехала. Отъехала труп. Очень просто. Две кнопки всего. Что? Нет, такие маленькие. А звук здесь есть? Скажите, а что вы объясняете? Один ботинок хорошо сидит, а другой очень плохо. Кривизной пространство ноги. Я вот уже на Чигете эти бугры большие, наверное, уже и... Ой, ё-моё! Так, пустой, не знаю. Да-да, вырубай.
Куршвель, по всей видимости, самый старый из курортов, который здесь построен. Да. А, вот видишь, действительно, сколько лес здесь есть. Говорил, что плоская долина. Она поэтому такая. Лёня! Сколько мы прибываем? Прибываем скоро. Где тоже надо, на мой взгляд, сюда надо подъехать? Я предлагаю оттуда ехать прямо в Валькарен. Кстати, кто-то разговаривает сегодня по радио на нашем пути. Води, полезь на басичку уже. Слышь? Слышь, Коля? Что? Говорят, арабские террористы. Планируют покушение. На тебя. Так, а как Валькаренцы туда перевалить? Валькаренцы как обратно идут. Где там Монтарес? Тебе там Монтарес прекрасно знает. Ну поехали. Давайте поедем, надо забраться. Чтобы это завернуть. Водитель. Монтарес надо найти этот самый подъемник, который в кабинке. Такой. Сергей, ты не знаешь где? Мне говорили, что обратно там только один подъемник есть, который это самое. Как он называется? Тип провайдер. Куда? Монтарес. Который наверх поднимает. Оля, поехали межъелок поехали. Только не убей меня, пожалуйста! Блядь! Ты классный мужик, Лёня. Ты классный мужик, ты меня опять чуть не убил. Суперно. Давай. Правее, правее уходи. Раз повторите для фильма, на какой машине вы ехали? Вот. А я сидел за рулем и затрепался, и остановился на светофоре. А на Мерседесе, там же автоматическая коробка передач, снимешь тормоза, она движется. И я заговорился по телефону, снял ногу с тормоза, и на скорости, ну не знаю, расстояние было довольно, там, 3 метра, на скорости 1 км в час в него впилился. Выскочил оттуда разъяренный шофер Волги. Дальше мне понравилось действие моего водителя, который ехал сзади. Он выскочил, схватил его за грудки и смотрел, зачем сволочь задний ход врубал, начал бить его в окружении 8 охранников с пистолета. Вот я схватил претензии, претензии нет. Вот доброта, вот люди. Она нам надо было поговорить. Ты один не вмещает. Водитель охраны выступили, ехали разговаривали. Ты знаешь... Да. Казаковский тоже выставил охрану. Одел Буденовку. Мне очень понравилось твой
Зачем ты задний двор крутил? Ничего не скажешь, задний двор. Во Франции хорошо. Век бы не работал. Если еще палец вымешь из объектива, то у тебя просто получают чудесные съемки. Нормально. Green salad. What about salad? No. Бери всем чего угодно бери. Клапся. Ну, смотри. Ты куда пошел? Ребята, вот, если вы быстро не можете заказывать, вас не будут обслуживать еще полчаса. С нами только яйца варить крутую. Салат он не знает, может, скажешь, ядреный корень. Сэндвич хочу. Нет, дело в том, что здесь салатов нет, здесь одни сэндвичи. Давай сэндвич. Чего угодно бери. Одни сэндвичи. По одному, конечно. Салатом, томатом, яйцом и сыром. А есть сэндвич, салат, майонез? Будешь? Значит, томаты. После еды, после еды. Знаешь, горячие, наши горячие мужчины. А? Ну, конечно, на стол положил. Ну, врожденный интеллигент. Ты помнишь, как я твоя рожденная интеллигенция? Я помню, первый раз мы пересекли границу Германско-демократической республики. А вот и врожденный интеллигент. Вы никак забыть не можете. Нос врожденного интеллигента. Понимаешь? Сейчас я закончу снимать и расскажу. На так, лопа на шефа. Держи. Ты там ближе к нему дернул, поэтому там отлетов тоже оприходовал. Ну, да, по нашей стране. Лёнь, тормози его, Лёнь, тормози его. Месье, 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 занимаюсь вам без жур. Смотри, как взлетная полоса загибается и уходит туда со склона. Да-да-да. Вот такой самолетик можно заказать за пару штук туда-обратно. Не надо. Ой, а здесь классно самолет садят. Будьте здрасте. Вот, смотри, вот эти вот самолеты садят. Да вы что? Нет, это не садились, это здесь так и сделали. А, они кнопки прибит. Я предлагаю заказать самолет. Да. Слушай, чего нам кататься на скиду? На скиду всякий дурак катает. Давай закажем самолет 3. И покатаемся ночью. По аэродрому покатаемся. По аэродрому. Далеко не полетим, будем по аэродрому кататься. Да, Леня продолжал. Я видел сам, как они садятся. Посадят посесть вот на такую вот. Как в том анекдоте. Я как коротка, зато я как широка. Как здесь библия. Здесь селедку дают. Подожди, стой. Варежку возьми мою. На.
ребеночку, оставь. Сейчас. Однако, что сказал? Поль, смотри сюда. Кутузкин! Дороги нет назад у нас. Нет, это мокрый. Мокрый, тяжелый, понятно. А через что стало будет дорога? Да, ну. Дорога там нет. Коль, ты хочешь снять? Нет. Коль. Значит, держись, я еду к тебе, дорогой. 6 штук стоит новый мениск. Давай, давай! Пошел, Коля! Хорошо идет. Класс! Не голову уже. Такой головой.
Сейчас поедем. На чем едем? А вот на этом большом вагоне. Тартаковский, иди сюда быстрее, не отъезжай никуда. Иди давай шапку быстрее. Давай, 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 давай. Ченч. Мы красные кавалеры. Товарищи, Сеёв, Мигебель. Мы коники из Орехова. Но не куда мы хоть ехать будем. Давай, давай, катись. Очень быстро, очень мелкой гадилью. Тартаковский, уйди. Давай, Серёж.
Ага. Как получилось?